Очень рад вас встретить снова здесь, в бюро в городе Декарт, с намерением почитать вам кое-что из переводов современных переводов поэзии Эзры Паунда. Поскольку я обратился к Эзре Паунду уже не так достаточно давно, и сейчас идет речь о Канте порядковым номером 36, переведенным Яном Пропштейном, профессором Яном Пропштейном из Нью-Йоркского университета. Мне кажется, что он в другом месте преподает, Джорджтаун, но не важно. Ян, наверное, сможет нам подписать под этой передачей. И идет речь об его переводе Канта 36 Эзры Паунда, а также о вступительной статье, которая была напечатана в журнале «Иностранная литература» номер 12 за 2013 год. Вот. Так что прошу любить и жаловать. Перевод с английского, вступление и комментарии Яна Пропштейна. В поисках света и справедливости. Эзра Паунд стоял у истоков европейского и американского модернизма, выдвинув идею обновления языка и образа «make it new» – «сотворить заново». И вместе с Олдингтоном, Хильдой Дулитл и Флинтом основал авангардные литературные течения имажизм, а также затем вортицизм. Более полувека он писал свои песни «Кантус». Первые были опубликованы в 1917 году. Эпические по размаху и модернистские по форме, в которых он сочетал принцип кинематографической фрагментарности, сравнение и противопоставление разных эпох социальной и экономических систем, как основанных на справедливости, конфуцианский Китай, Америка времен войны за независимость и первых президентов, так и на деспотизме и стремлении к наживе. Он пытался объять всю мировую культуру, историю и цивилизацию с древнейших времен до современности, перемежая цитаты из Гомера, древнекитайской поэзии и поэзии трубадуров. В «Кантус» множество языков, голосов, отголосков, тем. От сошествия в мир теней и странствия до злободневной политики и экономики. «Красота труда», – писал Паунд в «Канту 74», предвосхищая упреки в чрезмерной усложненности песен. «Кантус» – это еще и своего рода эпический перевод или эпос перевода, многоязычное интертекстуальное переплетение культур, где Паунд объединяет все виды перевода от маски до иллюзии или цитаты, даже пародии. При этом для позднего Паунда важен не столько перевод с одного языка на другой или из одной культуры в другую, сколько метаметафорический переход из культуры в культуру или взаимодействие между ними. Таков метод идеограммного перевода Паундом жизненно важных культурных фрагментов и ценностей, как заметил канадский исследователь творчества Паунда, этнический китаец Мин Сэ. Целью Паунда является слияние сжатых фактов и идей из разных культур в универсальную пайдеуму, пайдеума, термин, который Паунд позаимствовал у немецкого антрополога Лео Фабениуса, определив его как клубок или комплекс глубоко коренящихся идей любой эпохи. Странствие, причем не в пространстве, а во времени, в истории, не лейтмотив «Кантус», а их поэтический мотив, совокупность основной темы и поэтически понятого.
отношение личности художника к действительности, то есть не имитация окружающего, но создание особой поэтической художественной реальности. Личность художника, его отношение к пространству и времени, а если шире, к бытию, выступает доминантным признаком поэтического мотива. Воплощение поэтического мотива есть его словесно-синтаксическая реализация в конкретном произведении, разыгранная при помощи орудийных средств. Мандельштам. «Эпос – это стихотворение, вмещающее в себя историю», – писал Паунд в «Make it new». И преуспел в этом. Его песни вмещают историю от античности и средневековья до войны за независимость и провозглашения Соединенных Штатов Америки и до современной истории, очевидцем и участником которой был поэт. Вместе с тем реальная история переплетается с мифом, а миф вплетается в действительность. Канто 36, перевод который я предлагаю читателям, во многом является переложением канцоны старого итальянского поэта Гвидо Кавальканти. Здесь я делаю небольшое отступление. Гвидо Кавальканти родился в 1255 году в городе Флоренции и в 1300 в нем же умер, то есть 45 лет. Продолжаем. Ну, это здесь в сносках было наверняка, но здесь его нет. Кавальканти олицетворяет для Паунда ясность мыслей, творческую мощь, источником которой у него, как позднее у Данте, выступает любовь. Однако канцона – гимн не только любви, но и энергии, свету и знанию, источником которых она служит. Примечательно, что Паунд возвращался к переводу этой канцоны в течение 25 лет. И задолго до данного варианта опубликовал в журнале Dial за 1928 год другой перевод той же канцоны, в котором следовал строфике Кавальканти и почти везде сохранял концевую, а нередко и внутреннюю рифму. В журнальной публикации Паунд приводит оригинал канцоны и дает два собственных комментария. В первом он разбирает смысл и философские идеи, где сравнивает интерпретацию света у Кавальканти и у английского мыслителя XIII века Роберта Гроссетеста, который, отталкиваясь от метафизики света у неоплатоников, трактовал свет как изначальную телесную форму, принцип движения физического мира и всеобщей иерархии вещей. Паунд отметил, что Кавальканти вряд ли читал труды епископа из Линкольна, но он знал близкую литературу, в частности, Аверроэс и Альберта Великого, и по убеждениям был неоплатоником и эпикурейцем. Паунд замечает также, что Кавальканти необычайно точен в выборе слов и передаче оттенков смысла, но там, где он намеренно темен, не следует пояснять и просветлять смысл, так как это грозит упрощением. Во втором комментарии Паунд разбирает версификационные особенности канцоны, утверждая при этом, что канцона в поэзии – то же, что фуга Баха в музыке, и что итальянский одиннадцатисложник ошибочно, по его мнению, переводится на английский язык пятистопным ямбом. Переводя на русский, я, то есть Ян Пропштейн, отдавал себе отчет в том, что предлагаемый перевод является переложением переложения или имитацией имитации. К тому же нужно добавить, что Паунд нередко видоизменяет тексты, которые цитирует. Так, в конце канто 36 он вставляет в письмо папы Климента IV, короля Неаполя и Сицилии Карлу I слова. «Карлу, паршивцу из Анжу, то, как вы обращаетесь с людьми, постыдно. Как справедливо заметила Марджери Перлов у Паунда, текст становится плоскостью лингвистических искажений и противоречий, заставляющих читателя участвовать в стихотворении, как в действии. Паунд сдвигает язык, чтобы создать новые языковые пейзажи. Конец цитаты. Более того, как далее пишет Перлов, Паунда нередко сознательно искажает латынь,
либо дает не совсем верные переводы или переводит на современный разговорный английский, едва ли не сленг, а нередко помещает рядом все три текста – латынь, итальянский и английский – параллельно. Причем тексты, подтексты, а нередко и основные значения различаются. Когда же Паунду нужно усилить мысль или образ, он, напротив, дает абсолютно точные цитаты и переводы из них. Окончание этой, в общем, совсем даже не фуги Баха, а на фантазии номер 8 из преамбулы моей фантазии, иначе говоря, инвенции и симфоний, которые были записаны мною давным-давно, в 99 году, в данном случае на мандолине и на бас-гитаре, я заканчиваю вступительную часть к моему сегодняшнему выступлению и начинаю читать. Передаю слово переводу Яна Пропштейна, канту 36, который, я очень надеюсь, сможет вам донести весь гений этого невероятного человека и поэта, и мыслителя, философа, и сочинителя. Канту 36. Коль просит Донна о той бездонной поведать страсти, что рвет на части, она любовью зовется гордо, и даже тот, кто отрицает ее, сейчас услышит правду, но мой рассказ для посвященных. Я не надеюсь явить причины и свет глубинной душою низким, и не желаю ни убеждать их, ни посвящать их в ее истоки и смысл глубокий, в чем виртус сила сего явления, того волнения и восхищения, что выражает глагол «любить» и «изобразить», кто мог бы чувство? Лишь память, место, где обретает любовь прозрачность, как свет на тени, льясь из Марса, вживаясь в имя, тень облекает и зримый образ в душе рождает, а в сердце волю. Из формы зримой и постижимой неуловимо живет в сознании, не застывает, но невесомо, не иссякая, сияет вечно, и из себя же самой рождает не восхищение, но мысли свет, но ей подобия в природе нет. Хотя не верту, но рождена из совершенства, что ей не разум внушил, но в чувстве она видна. Спасенья выше, она в суждениях стремится разума внять советом, но в рассуждениях слаба, и в этом пособник слабость ее, а сила, когда метется она в сомнениях, нередко к смерти ее ведет, и не борьба с ней тому вина, лишь отклонение от совершенства».
Но да не скажет никто, что случай и любовь рождает, или что власть способна память у ней отнять. Ее рождает избыток воли, она не знает границ и меры, не украшает себя покоем, всегда в движении меняет краски, ее бросает то в смех, то в слезы, страх искажает ее лицо неугомонно, но посмотрите, почти всегда достойнейшими окружена и свойством странным рождает вдохи, тем заставляя искать в сознании сей зримый след со страстью огнеродящей. Непосвященный представить образ ее не в силах, сама недвижна, но все влечет, не шевельнется за наслаждением или с упованием, толь за великим, толь малым знанием. Лишь из подобной природы лепит себе подобие, тем наслаждение неотразимей. Никто не смог найти укрытие от красоты, но стрел поток ее не слишком пока жесток. Научен страхом идет пронзенный за благородным сим духом следом. С незримым ликом дух постижим лишь, когда всецелым потоком белым достигнет цели. Кто призван духом, не видит формы, лишь эманацией его ведом. От сути цвета он отделен, и различимый в кромешной тьме касанием света все проникает отъединенный, не знает лжи, и потому он достоин веры, и благодать лишь он единый способен дать. Иди же, песня, вольна идти ты, куда желаешь. Столь ты нарядна, что знатоки лишь тебя оценят, а с остальными не надо знаться. Престолами зовутся рубины или топазы, не понят был при жизни Эригена, поэтому, возможно, его не заклеймили, и посему искали манихеев, но не нашли, насколько знаю, манихеев, а потому с проклятиями копали под скота Эригену. Дается власть лишь верным рассуждениям и никогда иначе. Вот посему и медлили клеймить его. Аквинский в вакууме головой поник. Где Аристотель в вакууме путь? Сакрум, сакрум, иллюминацион коиту, лос арвелло сифо ди Монтована из замка под названием Гоито. Пять замков, король ему пять замков подарил, что к дьяволу я знаю окрашение. Его святейшество изволил написать письмо Карлу Паршивцу из Анжу. То, как вы обращаетесь с людьми, постыдно. Dilectis miles familiares, castra montis odorisii montis sancti silvestri parre palette, et pille in partibus tetis виноградники, земля возделанная, земля невозделанная, pratis memoribus pascius законной властью, его наследником обоих полов. Продал чертовы угодья через 6 недель Sardello de Godio, quam ben malbric e mon ric pensamen. Thank you.
Дорогие друзья, вы слушали передачу Камиля Чулаева из города Декарт, которая называется «Кантус 36» Эзры Паунда. Эзра Паунд – великий американский поэт. В переводе Яна Пропштейна из Нью-Йорка. Желаю всем очень хорошего уикенда. Простите. Хороших выходных, вот, и надеюсь, что мы с вами увидимся в ближайшее время. Все, всех благ. Камиль Чулаев.